HUD activated. Commence briefing. Data on the subject, Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen file. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Also, the file contains full description of the virion's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Что, посмотрим, что тут за Сулейман файл. Понятно. Завис как-то. I told you that wasn't a normal drop shot. Break his legs. Then take him to Rai. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Fall back! Fall back! Уходим. Все, свали. Сначала много обещающих. Пошли туда ходить. Убьем на дороге. Французский базар. Get the door open! А нет, нет. Уходи, беги. Башня, get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt. No. Amir. Нет, Amir погиб. He's gone. Но со мной парень, который. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? Из наших. We'll see. Город Харан. Найти Сулеймана и забрать у него файл. Файл и технология дана не полностью. Препарат будет токсичен, любая попытка его синхронизировать придет к огромным жертвам. Файл надо вернуть. Ну давай вернем. You pinch him. You're scared. Девочка, I'm not scared. Я не боюсь, тогда щипай. Он моргнул. Что? Опять моргнул. What if he's a zombie? А вдруг он зомби? Зомби, беги! Как ему ещё ноги еще не сломали, били-то так. Что, давай посмотрим. Ух ты, как ты болтаешься. Так, по-по-по. Чувствительность мышки. Чувствительность мышки. Параметры. Элементы управления, чувствительность мышки.
Башка отвалится, если так болтаться будет. Давай вот так. Ёптер, с этой все равно. Ах, тут-то-то, что тут? Еще половину этого оставить. Так, ну вроде нормалек. Чё тут? Играю в игру я уже, ну, не первый раз. То есть я ее уже проходил. Ну, по-моему, на среднем уровне. Самый жесткий уровень ставить не стал, потому что, ну, не люблю я эти, блядь, когда подгорает все. А вот по, на трудном, в принципе, само то, это в самом идет, то, что играть. Какие-то вещи, конечно, я могу и подзабыть, потому что играл уже давненько. Что-то нет. Ну, что тут осматривать? Тут, по-моему, ничего активного не было, да? Так, вот, ну-ка, давай. А, подожди, тут включить на F. Так, понял, надо настраивать. Я сейчас периодически пока буду настраивать. Так, АПП, это движение. Действие, использовать. Нажмите клавишу U. Что там, что-то не сохранено было. Все, отключить. Пока нас подстроишься под себя. Что тут такая темень? Фонарик там есть? Так, фонарик. Фонарика нету. Еще, да? Давай открываем. Значит, проспал 3 дня. Теперь детишек пугаешь. Неплохое начало, 31. Где я? В раю, где же еще? Фонарик, ладно, шутки в сторону. Идем в комнату 190. Босс тебе все объяснит. What do you mean 31? Что значит 31? Босса спроси. Так, а что, мне самому надо дойти? Или ты давить? А, ну да, тут же. Самому. Так, бегать я еще не могу. Присесть могу. А вот бежать не могу. 31. 31. 31 это твой номер. Ну да. Я помню, почему 31, спойлерить не буду. А может все и так. Знаете, это из-за него погиб Абир. Ну-ка давай. Потише, черт, теперь антизина мир останется ему. Ну. Эй. Где комната 190? Наверх. Такой неразговорчивый. Ну так-то погиб я, блядь. Я вообще-то не просил спасать, сами инициативу проявили. Это какая? And you are... Аман, ты Crane, кто? Крейн, 31. 31. О, right. How's your head? Ну да, как голова? Голова? Got it. Ясно, послушай, пока не скажет босс, ты в списке, поговори с ним поскорее, сдвинь дело с мертвой, я теперь прошу прощения. Now, if you'll excuse me. Что-то вроде это похоже на этот, как там, Турция или что, говорят на английском. 190. Я ищу босса, он здесь. А, так ты 31-й. Входи. Входи. Ладно, пойдем с боссом побазарим, потом это, обход дальше сделаем. Посмотрим. Скорпион. Ну, босс. О, мультики. Remember kids. Aim for the head. Hey, I'm looking for the... Мне Are нужно... you the boss? Это ты босс? What, am I too young? You got the problem with my age? Мне нравится мой возраст. You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the tower. Берген башня. Берген его люди соорудили пару месяцев назад, и с тех пор мы здесь.
hunting airdrops, scavenging, тащим, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Да, я хотел поблагодарить эту девушку. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Уже обладал чьи-то кости. Your antigen was totally crushed, by the way. Кстати, твои ампулы с антизином. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Мне она нужна. Believe me, pal, that's not the case. Поверь мне, это не тот случай. Fine. Take it. Ладно, держи. You know why runners put their lives in danger? Знаешь, ради чего прокушки рискуют жизнью? Ради таких, как ты. So now you take the antisen meant for someone else, and you won't even share your gear with us? А сам снарягой не делишься. I don't have time to deal with your bullshit. I lost contact with one of our guys, thanks to the fucked up radios we're stuck with. Одним нашим, потому что у нас какие-то помехи. Do something for me, would you? И будь добр, окажи мне услуги. Ты мне достал со своей рации, так что иди-ка и займись чем-нибудь полезным. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. Boss, save it. Короче, that парень, last guy I mentioned. Говорил, на 13 he's only on the 13th floor, успехов, but he might as well be trapped in the mine cave. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? Молодой, помнишь? I'm Rahim. Я Рахим. Где заправляет Брекен? Брекен. Тарапапам. Тут, по-моему, пока еще ни хрена активного нету, пока не начнутся там задания. Я не ленивый. Поищите выжившего на 13 этаже. Поищите выжившего. Ну-ка, можно же что-то? А тут еще, наверное. Тут, наверное, ни хрена и нету еще, да? Что с тобой можно говорить, с тобой нельзя. Вид, конечно, прям. Игра 2015 вроде. Ну, прям до 15 года, да. Where do you think you're going? Куда 13th floor. На 13 этаж делаю кое-что для Рахима. Это будет не просто, но мы должны поровну делить все тяготы. Сколько ж тут полегло? Колесочка. Пустая. Значит, где-то ходит. Это Крейн. Мы уже 70 часов ждем твоего доклада, что случилось. Недолго потерял рацию, с прокатим все в порядке, но я пока не связался с лидером башни. Не доверяю, пытаюсь списаться. Понятно, Крейн. Время дорого, не забывай. Да, еще. Меня укусили. Симптомов нет, но люди вокруг говорят, что я заражен. Тогда тебе стоит найти антисептик поскорее. Или уже нашел. Боже, спасите, что черт? Что за черт? О. Дубиночка. Давай, открывай. Так, а что, сюда надо? Нет? Только что тут? Отсюда кричали? А, не, не отсюда. Там же он на карте показывается, откуда кричали. Ну ладно, раз ты дубину взял. Так, что, электроника. Окей. Окей. Что здесь? Опа-на. Одним ударом. Все бы вы так падали потом. Черта. Я порезал руку, пытался уйти от него. Господи, ты ведь убил его. Проклятие. You had to kill him, didn't you? God damn it! That was. Это был мой брат. Хотел его увидеть. Вот и спустился. I came down to see him and. Easy, easy. It's all right now. I'll get help. В порядке. Rahim, this is Crane. Rahim, down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. Oh shit. Вот черт, 31-й. Ты пошел за Марком? Как там, не знаю, безопасно? Сейчас помню. Ладно, будь там. Посылай за тобой Лену. Лена.
Марк. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. Марли, найди марлю и спирт. Пропитай марлю и спиртом, это остановит кровь. Поторопись. I try to stay calm, okay? Покойся, ладно, я скоро вернусь. Вы выучили сборку предмета аптечка. Что, пойдем аптечку искать? Аптечка, так, что здесь? Металлическая... какая-то херня. Что, вывалиться можно, нет? Не хочет он выпадывать. Или выпадать. Так, а бегать? Ты все, научился бегать, да? Прикольно. Так, изолента. Блять, это вот долбанная привычка после Counter-Strike. Рывками сейчас осматривать все. Тут не надо рывками осматривать, все, давай. Плавненько. Так, бухлишко нашли. Но еще... Что за звук такой там был? Вот это вот, слышите тоже, да? Джу-джу. Как... Силовой кабель. Так, это... А это этот полудурок сидит здесь. Не, ну так-то да, он там пошел за братом. Пошел за братом, а захотел его увидеть. Марля. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Это все, что просил Марк, давай-ка попробуем. Давай попробуем, только я здесь еще посмотрю. То потом. 13 этаж доступ перекроют. А уровень игры у нас трудный. Сейчас каждый ресурс будет на счету. Я иногда могу спойлерить, потому что, ну, я уже говорил, что я играл раньше, поэтому время от времени что-то будет проскакивать. Надеюсь, сильно за это меня не покараете. Тут топографический кретинизм, да? Так, собрать аптечку. А как? Давай вспоминать. Как тебя собрать-то? Аптечка. О, фонарь заработал. Так, на У. Инвентарь. Чертежи. Так, на... Вот она, аптечка. Лук рейнджера. Что за лук рейнджера? Огневая мощь 400. Металлические детали. Подожди, то есть мне надо найти три металлических детали, бечевку, и я смогу себе лук рейнджера сделать, что ли? Порезался, конечно, укусили. Лена, сильно кровотечение. Дай посмотрю. Марли спирт, значит, просто, но эффективно. Что у тебя с руками? Ладно, спасибо. Теперь я о нем позабочусь. Ух ты! Молодец, 31-й. А то... Это не вы, очкуны, которые там. Эй, 31-й. Неплохо для новичка. Похоже, я ошибался. Ладно, поехали. Я просто хочу вас поблагодарить. Отлично, тогда иди ко мне. Надо обсудить, что ты будешь делать здесь.
Так, а здесь же теперь тоже на этом этаже, наверное, могу всякий шлак теперь, да, собирать? Чё у тебя тут? Сиги твои, да? Твой человек спасен. Пара пустяков. Что-нибудь еще? Так, давай посмотрим. Рахим, ты в курсе, что хитр как раз нас настолько, что пиво опасно? Ама рассказывала, что ты надумал про гнездо. Что? Взрывчатка? Я этого не говорю. Ой, не надо. Не умеешь ты врать. Я знаю, что делаю. Да ну? Бессмертный, значит? Ты не моя мамочка. Нет, конечно, наша мама умерла, поэтому будь добр, поласковее. Ладно, все же я твоя единственная родня, особенно после смерти Амира. Ты Джей, да. Я поблагодарю тебя за то, что ты для меня сделал. И мне жаль, что Амир. Я вам обоим жизнью обязан. Да, обязан. Хочешь отплатить? Бери моего брата недоумка от него самого. А, береги. Никакой взрывчатки, Рахим. Ну да, прям на английском базарят такие. Так, и чё? А, с этим поговорим. Слушай, а куда тот вот? Тут же был мужик, да? Куда вот он делся? Вот сюда вышел? Нет, это не активно. Да он, походу, с балкона сиганул. А, не, вот ты сидишь, да? Я думал, как знаешь, в играх есть. Стоял, исчез просто, а этот нет. Пошел, сел. Сидит, ждет. Так, ну что, хватит? Теперь могу я увидеть Брэкена? Сперва переоденься, чистые вещи у тебя в комнате. Тебе в 194. Чем тебе мой прикид нравится? Он не подойдет для такой работы, что предлагает Брэкен. Переоденешься, скажи. Так, а как я вообще одет? Посмотреть на себя. В чем? 194. Это недоступно. Недоступно. 193. Что, побазарим? 19. А вот он. Как ты? Guards. Охрана. Охрана встает, охрана, да? Рация всякая, это. Всякая шляпа. Ну. Тайник игрока. Это ваш тайник. Здесь вы можете переодеваться, а также оставлять на хранение любые предметы. По мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ к новой одежде. А, ну, знаки приминания бы еще это учить. О, удерживать надо. Удерживаем. Так, чистая одежда. Одежда. Ну, тут загружен дополнительный контент у меня есть там, да. Nike Rider. Давай что-нибудь выиграем. Выберем поинтереснее. Дон. Наряд манекен для испытаний. Ночной. Шериф. Все, что ли? Ниндзя. Экипировка ниндзя. Прикольно. Экипировка Urban Explorer. Так, а что еще? F7. Наряд повелитель пустыни. Так, это все, что ли? Все, что есть? Чистая одежда, наряд. Пу-пу-пу. Вот эту оставим, вроде это. Так, а как там? Что за следующий фильтр? Вся обычная чистая одежда. Ну, если у меня есть. Okay, Raheem, I'm ready. Where do I find Brecken? Экипировка Urban Explorer. Не так быстро. Никто за тебя тут работать не будет. Надо посмотреть, на что ты годишься. Так что иди-ка ты в зал. Это на верхнем этаже. Пара пролетов отсюда. Это. Так что иди-ка ты в зал. Пара пролетов, верхний этаж. Давай сходим.
20-й. Еще побазарим? Не, не хотят, игнорируют меня. О, чё девочка? Стоит такая. А это тот типок, который с Рахимом базарил там. Но чё тут за зал? Откройте. Рахим, I don't see you. Я тебя не вижу, ты где? Рядом. Рахим, рядом. Так, 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 так. Ну что ждать, ты иди, иди сюда. Ну чего ты ждешь, иди сюда. Основа паркура. Кнопка прыжка пробел, помогает вмещаться вертикально. Да, ладно, это мы. Тут как бы инструкции. Мне сейчас не это надо. Здесь, короче, есть шахматы. Или шашки, в которые нужно поиграть. Вот. Потому что на это все там требуется время. Так, что сюда? Тебе здесь точно понравится, Крейн. На кран. Ха. Шутник, ёптать. Ёпта. Да, в реальной жизни бы я там, ага, бежал бы там так по крану. Встретиться с Рахимом на другом конце. Поговорить с Рахимом. Чё, Мохаммед Али? Ну вот, это наш зал. Начнем сначала. Тебе надо научиться бегать. Что значит научиться бегать? Просто делай, что я говорю. Так, прыгай в самый низ. Ты спятил, я же убьюсь. Ну ты слабак. Come on, you can't be serious. Слушай, ты же это не серьезно? Смотри. Нога. Боже, лежи, я за помощью. Ну как, классно, я тебя наколол. Что, шуток не понимаешь? Давай, прыгай же сюда. Боже милостливый. Твою мать, твою мать. Захват еще, да? Смотри, не перейдь. Это еще не все. Чтобы выжить снаружи, учись использовать преимущества местности. Едоки обычно лазят, неважно, так что пересеченная местность — это плюс для нас. Я тебе подготовил пару типичных ситуаций. Посмотри, посмотрим, как ты справишься. Неудачно такое место. Это не, буквы не четко видно. И сколько тут... Капец, вот получается всего какие-то пару рядов, вот мешков с, вот, с мусором. И он спрыгнул с высоты, да, наверное, метров 30. Ну да. Физика это не про эту. Физика не про эту. Иначе лучше поплыть по низким и узким проходам. Едокам угнаться за тобой будет трудновато. Иногда лучше. Так, а чё нам? Раз уж начал бежать, не сбавляй темп, если становишься снаружи, можешь не выжить. Так, а чё куда? А, вот так, сюда, сюда, куда-то сюда. А, вот. Ох. Неплохо для новичка. Нюк. Фор нюк. Так, а тут чё? Куда? Вверх, вниз. А нет, вот она. Теперь поднимайся на эти леса и постарайся не упасть. Блять, в прыжке читать вообще как-то не это. Не алё. Это моя любимая. Захват кошки с силой. Выходи, если...
И силовой выход, если не освоишь, не протянешь снаружи. Ни хера там что-то не протянешь, да? Так, а это что? Ёпта мать, Бэтмен херов. Так, и тут что, куда? Отлично. А теперь реальное испытание. Беги обратно к крану. Старайся использовать все, что попадется тебе под руку. Пройти испытание паркур. Так, ну и чё? Подожди. Что-то не понял, и чё, куда? Ну-ка, тут куда? Куда я тут должен был прыгнуть-то, ёптать? Сюда. Отсюда оно. Что-то ни хера непонятно, конечно. Подзабыл уже, ёптать. Проходил же это испытание? Ну, вот здесь он показывает, и чё? Выше ты не можешь прыгнуть. Или ты где-то выше можешь прыгнуть там? Что за бред? Как бы тут тоже херня какая-то. По стрелкам, да. Ох, сейчас вспоминать. Так, ну здесь я не могу никуда. Капец, вот ты тупишь-то, тупишь. А, подожди, может надо тогда... Может тогда вот туда надо? Да, вот сюда. Своими стрелками еще путают. Охренеть, вообще там. Подожди, а я куда это? Не отпускайте кнопку во время прыжка. А, нет. Ладно, довольно, приятель. Да, у тебя природный талант. Или так, или раньше занимался бегом, признавайся. Разве что кросс в школе. Тогда ты точно самородок, не встречал ничего подробного. Подобного. Еще 500 очей. Так, и чё, куда? Вернитесь в башню. Так, мне надо залезть на эту фигню. Используйте пробел. Так. Не, ну я-то знаю сейчас, что дальше будет. А что за херня? Крейн! Крейн, не молчи, что случилось? Что-то не так, Рахим. Что это со мной было? Вот черт, первый приступ, верняк. Возвращайся назад. Убежать не могу. Не бежит. Вернитесь в башню. Так, подожди, ну... А, тут где-то вниз надо спрыгнуть же, да? Сломал себе нахер ноги.
Ну-ка, что там у нас с шахматами? Что неактивны? Ладно, позже зайдем. Рим, what the fuck was that? Рим, что это все значит? А то я что, обращаюсь? Надеюсь, что нет. Приступ означает, что ты заразился, и мой тебе совет. Сходи к Зере. Он тебя осмотрит, может, антизин вколет. Только перед доктором поговори с кладовщиком. Надеюсь, наберешь снаряги, а то без нее тебе сразу башку откусят. Спуститься на первый этаж. Чё тут, блядь, кто-то сообщений накидал? Сейчас, секундочку. Задолбали. Ну-ка, чё здесь эти? Побазарите? Не хотят. Не хотят разговаривать. Так, лифт на этом этаже или нет? А, это 20-й. Лифт на 19-м. Чуваки качаются. А, ну он же вон стрелочку показывает, что вниз надо, да? Тух-тух-тух-тух. Закройте. Откройте. Закройте, откройте. Спускаемся вниз. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. Мне дали реальную работу. Теперь никто больше не заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. Пока все идет нормально, а когда доктор Зеро избавит меня от приступов, станет еще лучше. Вот это да. Пробуждение. Конвертик. Записка 05. Так, что, знай своего врага. Соберите 50 наборов реквизиций. Отправляйтесь к ходу на подземную парковку в трущобах. Не, пока не для этого. Так, а как мы эти навыки, чертежи, инвентарь, задания, карта. А где я тут записки читать, интересно, инвентарь? Ладно, потом как-нибудь разберусь. Где-то же я их должен буду читать. Так ты новый разведчик. Рахим говорил про тебя. Да, это я. Меня зовут Крейн. Я не собираюсь напрягаться на твое имя. Сперва проживи пару деньков. Это тебе. О, ножку от стула. Кстати, в башне ходят слухи, что ты очередной халявщик, пошел за едой и антизином. Иначе говоря, тебе тут не слишком тяжело. Но не вини их. Когда ты в изоляции, легко стать параноиком. А если кто-то еще и блокирует связь с внешним миром, атмосфера подозрительности возрастает. Город, а на помощь взять некого, одна надежда на себя. Но стоит тебе принести мне или Спайку парочку грузов, и сразу видишь, как люди изменят все мнения. Переломный момент, мать его. Я это учту, что-нибудь еще? Хочешь заработать популярность? Попробуй помогать людям. Окажешь им пару услуг, сразу потянутся. Может, бабу найдешь, чтоб не скучно по ночам. Не скучать по ночам. Ржавый разводной ключ. Подожди, он же мне ножку от стула давал. Перед выходом возьмите. Окей, подожди, мне нужно это взять у него. Давай взять аптечка и вот это. Окей. Получите укол антизина у доктора Зера. Тоже молчишь? Тоже неразговорчивые. О, в масках. Прям как мы сейчас ходим.
Вирус. Только что они-то в масках ходят? Там вирус это укусом передается. Куда ты собрался, а? Да, я вот сюда хочу. Ладно, новичок. Береги себя. Нас и так уже слишком мало. Ну, графика. Графика, конечно, шикарная. Слушай, новичок, доктор Зерес сидит в трейлере на детской площадке. Выйдешь из машины, поверни налево и иди строго на юг. Там увидишь. Я Крейн. Хорошо, хорошо, Крейн. Просто иди вперед. Нет времени глазеть по сторонам. И постарайся не шуметь. Там слишком... Не шуметь, там слишком. Звуки привлекают этих монстров. Конечно, я не буду шуметь. Так, подожди, что мне там надо было на эту, на лук? На лук. Ты мне еще доступен? Лук рейнджера. Бечевка и одна металлическая деталь осталась. Интересно, как из всего этого можно... Охренеть, блядь, полу... Сука. Допрыгнуть не можешь даже. Батарейка. Вы можете создать новый предмет. Них... Ох, вот они. Чё, заметил меня, да? Да пошел ты. Так, бечевка. Пусто, ни хрена нету. Тут пусто. Пластик, еще какая-то херня. Так, там еще мусор есть. Так, что тут? Давай. Ох ты, бабульки. Халва. О, пару хп восстановили. Еще халва. И аптеч. Алкоголь, кофе. Так, кофе, кофе он нужен будет. Да что ты в рот, компот, все пусто. Так, я иногда просто буду маленечко отвлекаться, то есть обшаривать окрестные помещения. То есть не тупо там следовать по квестам. Потому что игра довольно интересная. О, бечевку нашел. Так, бечевка и... И теперь металлическая деталь осталась одна. Ух ты, зомбаки. Игра довольно интересная, вот хотел сказать, для того, чтобы не столько ходить по квестам. Длительные они. С этим не поспоришь. А, вон мусор стоит. О, бечевка. А, бечевка, мне же металлическая деталь нужна. Металлическая деталь. Однотипные такие комнатки. Пахлава. Бечевка. Блин, чё одна бечевка-то?
Блин, тут зажать может. Оу, щет. Так, пожрем стальной. Так, а что, ну все равно мне к этому надо. Доктору потихоньку двигаться надо. А, это вот. Типа, когда... Отвали. Отвали, так. Падла, блин, быстро как. Вроде медлительные, а ходят сволочи. Задохлик, задохся уже. Да в рот тебе ноги. Падла, ты сдохнешь, нет? Все, охренеть. Сигарет пачку, да? Так долго тебя бить пришлось за пачку сигарет. Типа, слышь, пацанчик, сигареты найдется. А если найду? Ну вот, нашел. Та-та-та-там. Так, а здесь я шарил? Нет, еще не шарил. Ух. Доктор Зеро. Опять бечевка, да что ты? Что ты мне одни бечевки-то даешь, блин, задолбал. Так, а ты че? Боксевичи. Вот тут пустота. Так. А здесь что? Аптечка какая-то. Опять пахлава. А, нет, халва. О, еще чуть-чуть и ХП полностью восстановим. А, ёптыть. О, детали нашел металлические. Ну-ка, давай. Лук рейнджера создать. Окей. Ай, ёптыть, стрел-то нету. А так ничего. Что за крест? А, ну все, мы к этому пришли. И чё? Тоже все неразговорчивые, неприветливые. Доктор? Доктор, эй, есть кто живой? Камден? Ты слышишь? Камден, черт побери, мне нужен укол вакцины.
Что? Нет, суперсанта. Называется антизином. Подавляет симптомы. Присядьте. Антизин отдаляет неизбежное. Это все, что удалось ВГМ. Неизбежное? Лекарство? Что нет? Это что-то вроде бешенства. Сейчас лекарства нет, но видишь, я провожу опыты как с антизином, так и с зараженными тканями. Лекарство возможно. Определенно. Правда? Действительно, может это сделать? Вполне, с помощью доктора Кэмпбелла. И куда это я задевал инжектор? Кто это? Мой коллега, он застрял в секторе 0. Но и когда была первая вспышка, мы обращаемся по радио. Но если бы связь была лучше, то и прогресс шел бы быстрее. Если бы мои ранние опыты принесли результаты, я вводил рекомбинантные формы вируса в куски мяса и разбрасывал их по городу. Рекомбинантные. Ух, блин. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, а я бы фиксировал результаты. Но они не ели. Не было результатов. Жаль, что я угробил на столько времени. Так что держать антизин про запас сейчас смысла нет. Ладно, я занят. Теперь ступай. Зер, что же я сделал? Что, все, что ли? Рахим, Зера смотрел меня и сделал укол. Отлично, это может идти ненадолго, и это неплохо. Я, знаешь ли, привык посылать тебя то туда, то сюда. Итак, посмотрим, чего ты стоишь. Иди поговори со Спайком. Он недалеко от трейлера Зеры, и у него есть для тебя задание. Ух ты, чё? Повышение уровня выживаемости. Получено очко навыков. И у кладовщиков. Так, у вас есть неиспользованные очки навыков? Ладно. Да я понял. Навыки. Так. Ну давай. Уровень выживаемости дает вам доступ к дополнительным способностям, чертежей и вспомогательным предметам. Чтобы повысить уровень выживаемости, выполняйте задания. Да-да-да-да-да-да. Все понятно. Так, что это у нас первое тут? Уровень уже. Новый комплект для выживаемости. Узнайте, как создать особые предметы, необходимые для выживания. Отмычки, взрывчатки, простые сюрикены и коктейли Молотова. Да, я хочу купить навык. Меня вот больше интересуют стрелы. Стрелы рейнджера. Меч ночной налетчик. А, ну тут нужны эти. А стрелы? То есть металлические детали и гвозди мне нужны. Да? Ну, а чё? Если только металлические детали и гвозди. Окей, так, ты. А, нет, ты. Спайк. Так, ну что, наверное, на сегодня хватит. Чё-то это. Угу. Продолжим в следующей серии проходить данную игрушку. То есть игрушка интересная. Она мне очень понравилась, когда я проходил. То есть ее в первый раз, во второй раз проходил. Дополнения различные. То есть классная игрушка. В общем, подписываемся на канал, вступаем в группу ВК, ставим лайки, пишем комментарии, предложения, пожелания. Увидимся, ребята, в следующей серии. Все, всем пока.